Всем привет, девочки! Сегодня я приготовила домашнюю маккофе. Кофе со сливками, что ли, как это? Для начала берем кофе. Кофе у меня Якобс Монарх. 2 чайные ложки кофе делаем. Потом 2 сахара тоже. 2 к 2, короче, вот такой рецепт у меня. И 2 грамм вода. Наливаем это и делаем один смесь. Эта смесь потом блендируем. У меня, оказывается, я это на зарядку не поставила, он не бродил. Потом он начал бродить. И вот так крутился, вертился. Потом сухой, жидкий, как крем стал. Это даже не падал. Смотрите, я подняла низ головой эту кружку. Смотри, не выходит. И молоко кипятила я заранее и наливаю туда. Ой, на пол тоже пошел, без этого никак. Вот такой красивый кофе со сливками у меня получился. Смотрите, только вот так неаккуратно не готовьте. Чуть поаккуратнее. Вот, вот такой большой стакан на один раз мне хватает.